Сям'я кожному дзіцяці. Сёння ў Гомелі абмяркоўвалі пытанні рэалізацыі права непаўналетніх на пражыванне ў сямейным асяроддзі. На канферэнцыі таксама распавялі пра вынікі праекта «Сацыяльны патранат сем'яў», якія выхоўваюць дзяцей з інваліднасцю і з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Падрабязнасці ў Веранікі Гамзюковай. Проект «Социальный патронат семьи», которые выховывают детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития, уникальный для Беларуси. Наша область стала первой, где он реализовался. Его удельники – семьи из Чыгуначного района Гомеля, Рогачева и Речицы. Мы сделали интервьюирование всех семей с детьми с инвалидностью, проживающих в районе. Это порядка 730 семей. Но выбрали наиболее тяжелые случаи. Это было 15 семей в каждом районе. Часть детей, которые не были охвачены, допустим, никакой формой обучения, они пошли в дошкольные группы, в центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. И когда ребенок перестает бояться людей, когда ребенок выходит на улицу, когда ребенок готов отвечать, пусть взглядом или каким-то жестом, но на те слова, которые ему говорят люди, это и есть тот результат, которого мы хотели достичь. Основная причина, по якой хлопчики и девчонки с инвалидностью трапляют у дитячие домы – страх батьков и неведание, как складеться життё семьи с детем с особливостью. Мета проекта – научить батьков разуметь своих детей. Старшиня Гомельской громадской организации допомоги детям-инвалидам Наталья Семеняка сама выховывает дочку, у якой есть проблемы со здоровьем. Я и мама, и специалист, и, наверное, это особенно важно для тех семей, с которыми мы работаем, потому что, конечно, как маме, они, наверное, больше доверяют, да, и больше отзываются на нашу работу. Поэтому, в общем-то, весь тот опыт, который у меня был, я постаралась его в том числе использовать в этом проекте. Приоритетные направки деятельности ЮНИСЕФ – семья и инклюзия детей с инвалидностью. Менторы проекта имкнутся подключать до працы сферы эдукации, социальной обороны и аховы здоровья. Починать включение у житё громадства детей с инвалидностью треба с их нараджения. У таким выпадку у дитяти з'являється махчимость жить не только у семейном осяродзе, але и вести житё звычайного человека, працавать, учиться, подорожничать. Проект значим не только для Гомельской области, но и для всей республики в целом. Поскольку, как ЮНИСЕФ, мы ориентированы на то, чтобы каждый ребенок имел право и возможность проживать в любящем, поддерживающем окружении. Почему в Гомеле? Потому что здесь получилось создать команду, именно межведомственную команду специалистов, которые при определенной поддержке смогли организовать тот подход, который позволяет предупредить попадание ребенка в интернатное учреждение. Организаторы упэўненыя, што праект будзе працягвацца. У наступны раз у якасці настаўнікаў будуць бацькі, якія прайшлі навучанне і могуць падзяліцца сваёй гісторыяй і вопытам. Вероніка Гамзюкова, Андрэй Іванаў, тэлерадыёкампанія Гомель.